Конфессиональное право. Истоки, параллели, перспективы. Научно-практическая конференция под таким названием состоялась в Саратове в минувшие выходные. В стенах универсальной научной библиотеки собрались все те, кому важно знать, как правильно реализовывать свои конфессиональные права в условиях современности. Например, как совместить шариат и Конституцию РФ. Целью является определить основные точки соприкосновения права различных конфессий, а также их соответствие официальному законодательству и условиям применения конфессионального права в современном пространстве. В роли инициаторов мероприятия выступили общественная организация «Возрождение», национально-культурный узбекский центр «Туран» и воскресная школа «Мактаб» при Саратовской соборной мечети. В последнее время тема применения конфессионального права становится все более актуальной для каждого верующего человека, будь то мусульманин, иудей или христианин. Именно поэтому на конференцию пригласили представителей различных национальностей и вероисповеданий. Мы, представители разных конфессий, собираемся здесь в одном большом красивом зале, и мы способны обсудить те вопросы, которые нас волнуют. Ведь, по сути, какие-то ценностные ориентиры, те вещи, которыми мы живем, они одни и те же. Это семейные ценности, это ценности, связанные с воспитанием детей, с нашим духовным самосовершенствованием. Мы все, собственно, думаем об одном и том же. Обсуждение темы получилось очень интересным и полезным, ведь религия касается практически всех сфер жизни человека. Например, для многих мусульман очень остро стоит вопрос выделения работодателями времени на намаз. А иудеям приходится учитывать множество нюансов, связанных с шаббатом. Также участники конференции коснулись и вопроса стандартизации продуктов питания. А взглянуть на эти темы с новой точки зрения помогли иностранные участники, в частности, представители университетов Египта и сотрудницы Министерства образования Марокко. Я буду вам дать представление о теме «Правовые аспекты межконфессиональных отношений в странах Магриба». Обмен опытом стал одной из главных целей данной конференции. Ведь, несмотря на конфессиональные различия, у верующих много схожих проблем. А значит, и алгоритмы их решения могут быть аналогичными. Так почему бы не помочь друг другу? А чтобы не лишиться полученной информации, организаторы пообещали по итогам мероприятия издать сборник, в котором будут собраны основные доклады.